ударил, все-таки небольшими травмами было. Но когда противник перебегает, отходит, во время моего замаха отходит там, или подходит, то есть у нас туда или теряет, или приходит, я раз прицелился в волки и попал спокойно в голову, правильно? Мне тоже не попадать. Для этого мы что сделали? Чтобы для сохранения дистанции, как хамелеон надо нам подстроиться и держать, то есть тот темп, баланс, дистанцию, ну, не проваливать, попадать точно. Не спеша, сейчас буду делать вот Вот я стою, вот те, кто дальше, ну, так сейчас. Один первый номер работает, вперед, назад, отходит, отходит. А задача второго, то есть держать дистанцию, средний. То есть он подошел, он ушел, ушел. То есть вот моя задача, вторая цель, и работает. Каждый промах в бою это большая затрата энергии, правильно? И стараемся вот на этом дистанцию беречь. Вот так, да, ну, вот так, хорошо, хорошо, да. Все, вышел к учителю, да, подошло, хорошо, рота. Ну, стараемся вот баланс держать, рота. Не спеша, не стрим, аккуратно, вот, поделаем движение. Отработаем, то есть, атаку рукой, то есть. Быстро разрыв дистанции и серия там, или сейчас просто может удар поделать, или два удара. А в бою, как вы можете, вот, как, что хотите, как это делать. Просто само движение сейчас покажу, что будем делать. Вот, например, большая дистанция, да? Вот противник, он двигается, поймать трудно, правильно? Что-то там, как-то мне надо поймать. Вот так, стоим. Вот. Любые подходы, раз, вот стоим, раз, подход и ударил, да? Вот здесь вот мы сейчас постараемся вот такое движение делать. Вот. Раз, пугнул, он дернулся и разворачивался, подбежал и серию сделал. Вот так, так. Вот смотрите, вот так стоит. А еще! Вот так все встретил. То есть пугнул, он дернулся, и в этот момент он не очень опасный, как быстро. Быстро разножки разорвали дистанцию, но ножки собраны, там друг, но внутренний, там, волки, что. Но зато он не знает, что вы можете ударить или в голову, или рукой там, или без разницы. Вот так. Раз, салют, может быть магия. Могу ставить, да, магия, а туда рукой. Вот так. Вот так стоим. Пугнули и свой ярки пишет это. Вот так. Такое быстрое движение. Вот. Ич. Ворота. То есть поднял, подошел уже. То есть если он двигается, поймать не можем. Резко разобрали дистанцию, подошли и уже не отпускаем. Ворота. Вот так стали. И да. То есть пугнули и вот смотрите. Вот носками я уже толкаю, то есть к нему бегу. То есть как ракета, правильно? Быстро разобрали дистанцию. И делаю вот так. Ворота. Стали попробуем. По плечам шейка попали. Вот так? Вот. Основной удар плечника. Вот. То есть вот это? Вот это вот здесь короткая, как быстрее. Лапу можно сильно не бить, просто взрывную такую серию делать. Главное, само движение и подход, и удар. Такой взрыв должен быть. Давай, да? Шейка. Эй! По печени на кияне. Хорошо! Должно быть! Вот! Дальше по печени, разрыв дистанции, и только надо, они не ложится на него, вот здесь далеко, вот так почувствовать, вот так, вот так, мы должны противника видеть, раз, раздергать, посмотрел, дернул, но он двигается, но трудно к нему подойти, бьет ногами, чего угодно, взрывает, раз,
Да, тронули. И не надо к нему как бы вот так ложиться или далеко становиться. Вот ту дистанцию, где у вас хорошо руки сядут к нему, вот там и делают. Тут такую дистанцию надо почувствовать, отработать и подойти. Вот стоим, да, стоим. Пальца! Вот так резко поймал. Сократил дистанцию. Да. Вот так. Да. Вот сюда смотрите, вот не расплывайте во время атаки. То есть раз, дернули, а здесь уже надо как можно группироваться, аккуратно подойти к нему, потому что мы расплываемся, встреча вот дай может. Раз, собрался, вот дернули и разноножку. Вот так собрали. Вот так. Вот так. Сидюши! Можно ее вот так надеть, чтобы ногу не вкручивать, там, между локтями, раз, поднял ногу, вот так, встал, вот удобно, посмотрим. Вот. Стоит, ногу вот протянем, две ветвочки, да, ну, накинули ножки там, накидали, подобрали, да. Так, приучили противника, вот, голову вращать, и вот дистанция большая, правильно? Трудно попасть. И вот так тянуть тоже как-то. То есть надо быстро разорвать дистанцию. То же самое. Ура! Дернули! Подбегаем! Ура! Такое подпрыгивание. Ура! Убиваем. А там уже ручкой подработать. Просто после удара, да, то ударили и все. Вот так проконтролировать. То есть не расслабляем после серии. Смотрим сюда. Вот, да, стоим. Дернули. Вот так, и все. Взрываемся прямо на него, раз, даже можно вот посмотреть вверх, только опытный спортсмен поднимет руку, запомните, может поднять, но новичок, ему никогда не надо обманки делать, потому что он как бы так и стоит, то есть надо бить так, как без обмана, прямо, то есть удар проходит, а опытный, естественно, он раз, посмотрел вверх, он руку поднимет и можно задеть печень, а у меня был случай, например, вот, с Израиля был на чемпионате Европы, ну, здоровый человек. Ну, на Европу раз приехал, думал, блок поднимет. Хотел с одного удара по печени, когда долбануть, а руки так вот такие. И раз, посмотрел, а у того-то руки стоят, надо было голову. То есть и по локтю, и нога вот такая. То есть надо знать, с кем деретесь, как. То есть если опытный, если дергает руки вверх, ну значит, вот такому противнику можно. Раз, дернул. Раз, да! Вот сразу хорошо. Вот так. Выстрел такой дерево. То есть дернули. И такой. Подвигаем, так же дерево. Правильно? Может быть, правильно. Что угодно. Может быть, шире дерево. Правильно? Ну, сейчас будем бить по печени. Вот этот переход главный. Так вот, да? Дернул и вот с этим стопом подкидывайте в него, то есть быстрый подход, разрешение, быстрое разрешение. Да, дерну. А вот длинная дистанция, отсюда не дистанция. Вот раз, дернул и резко подбегаем, а отсюда как бы не готовим, не растягиваем. Просто раз, отсюда выкинул ногу. То есть это чудан малаш, совсем радостно. Как бы, чему мы хотим прийти, просто неожиданно взрыв, такой короткий, быстрый удар, чтобы поймать противника врасплох, он такой раз стоит, вот длинная дистанция, а пока подойдет там. То есть в этот момент отдыхаешь, просто ну, хотят отдохнуть там, а в этот момент ваш же раз, дынул, подбежал и быстро взорвал, вот встал, раз, и...